По всей стране продолжаются выборы главы государства. Все жители России, кто достиг избирательного возраста, выбирают будущее своей страны. 940 избирательных участков работают во всех уголках региона. 262 из них в самом Ульяновске. Среди проголосовавших сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин. Свой голос он отдал на участке номер 3939 в лицее при УГТУ. Политик не словом, а делом доказывает значение выборов главы государства и призывает всех ульяновцев. 6 лет назад, когда мы приходили на выборы, страна была совершенно другая. Мы еще не испытали на себе такую жуткую агрессию, коллективную причем агрессию, такой еще страна за свою историю никогда не испытывала. И у многих людей по-другому сейчас отношение к выборам президента. Это не просто какое-то политическое событие, которое на 6 лет теперь. Нет, речь идет о выборе исторического пути. В городе Ядерщиков выборы идут полным ходом. Явка избирателей ничуть не уступает региональному центру. Глава города принял участие в голосовании и призвал горожан не оставаться в стороне, ведь каждый голос важен. Сегодня мы выбираем будущее. А будущее, прежде всего для меня, это безопасность наших детей и развитие нашего государства. Напомним, выборы главы государства проходят в 3-дневном формате. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов 16 и 17 марта. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.